Каковы могут быть последствия этого? У каждого действия есть противодействие такой же силы и противоположной по характеру. Взрываете нить газопровода «Северный поток»? Окей. Мы переходим на новый уровень. Что если США вступают в непосредственную войну с крупнейшей в мире ядерной державой? Это не значит, что сразу дойдет до ядерной войны, но вполне могут быть последствия. Давайте предположим, что же это может быть. Если мы действительно подорвали подводный российский газопровод, то почему бы России не повредить подводные интернет-кабели? Что произойдет, если они это сделают? Что будет, если лондонские банки не смогут обмениваться информацией с банками в Нью-Йорке? Возьмем только это, не говоря уже о возможном нарушении наших энергосетей. Что будет, если, скажем, банки не смогут обмениваться информацией хотя бы один день? Каким экономическим последствиям это приведет? Это в конечном итоге отразится и на вашем. Это может стать катастрофой. Мы можем скатиться до уровня стран третьего мира. Таковы ставки. Гении, стоящие за всем этим, вроде Виктории Нуланд, подумали о последствиях? Возможно, как раз и подумали.